Привет, друзья! Как у вас дела? У нас дела отлично. Мы сейчас собрались в итальянский ресторан, посидим там. И сегодня у нас последний вечер, поэтому он будет особенным, да, Каролина? Посмотрите, какая она шоколадка, прям вообще черненькая. Нам в комментариях писали, что мы уедем шоколадками, это точно. Хотя изначально я думала, что мы не так сильно загорим, но на Каролину загар липнет прям как песок к попе. Нет. На меня липнет, как будто это, да, как будто это вода. Вчера мы когда сидели в турецком ресторане, там было очень жарко, и я посадила батарейки на двух вентиляторах, поэтому я их зарядила и сегодня снова беру с собой. Они реально спасают, потому что вчера было душно и сегодня тоже. Ты что, пальчик засунула туда? Нет, я просто так, я нажимаю. Серж уже хочет окончательно сдать полотенце, все сдать. Все узнать по поводу выселения. Ну что, тебе грустно, нет? Посмотри. Кстати, у Каролины здесь ушко рвется. Ребята, посмотри. Вот эта кнопка. Мы уже пришли, здесь накрывают потихонечку. Такая красота здесь. Кстати, итальянский ресторан находится прямо на берегу моря. И это так атмосферно, так красиво. Так, я хочу прогуляться вон до туда, чуть пониже спуститься. Вот такая красота здесь. Красивое море. Сейчас, когда шли, видели девочку. У нее были, по-моему, нарощенные ногти, очень-очень длинные, где-то раза в 4 длиннее моих. И, короче, у нее на двух пальчиках, как я поняла, ногти вырвались прям с корнем, и ее ввели в медпункт. В общем, это жесть как. Я тоже когда-то, когда наращивала ногти, носила нарощенные длинные ногти. И я знаю, это как неприятно, если, допустим, просто поломать, если. А если выдрать с корнем, так это вообще трэш. Напишите в комментариях, у вас было такое или нет. Ребята, прикиньте, я только что, мой любимый вентилятор, сломала ушку. Все-таки сломала, да? Будешь клеить? А кто дует? Это Каролина. Что ты там выбрала? Интересно, куда мы сядем? Я хочу поближе туда. Здесь так красиво. Я тысячу раз сказала красиво, потому что здесь реально красиво. На берегу моря. Каролина. И музыка, смотри, какая. Оказывается, не тысячу раз, а 90. Чего? Раз сказала, мам, как красиво. А я сказала, 50 раз. Давай. О, очки аккуратно. Спасибо. Ребята, смотрите, какой у меня, какой у мамы. Разница есть. Разница есть. Каролине так нравится, когда ей в бокалах все подают. Яблоко сейчас нос зайдет. Пойдем. Посадь нас. А вы из Казахстана, да? Да. А какой город? Казахстан. Ну мы знаем такой город. Потому что у нас всех путаются с казахами, да. Девушка из Казахстана, из города Костанай. Ну, Вероня, доча, давайте. Чего? Ну нам дали напитки. Давайте. Ути-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти! Питиш! На брудершап? Давай. Нормально, понравилось? Сержу говорит, больше понравился итальянский ресторан, хотя он еще даже не ел кухню. Просто ему понравилась вот эта вся атмосфера. И вообще он мне постоянно говорит, нужно, говорит, попутешествовать, там, поехать в Париж, Италию и так далее. Я говорю, окей. А тебе где больше понравилось, здесь или там? Йоги? Серж хочет здесь встретить закат. Закат! Нам уже принесли закуски. Здесь сыр, оливки, еще что-то интересное. Там булочки. Уже мы сделали заказ.
Что там? Ну, мы много чего интересного заказали. Сержу, я думаю, понравится. И Каролине тоже должно быть. Мама. Что? О, папа, оставь. Ну, давай сейчас мы здесь фотографируем. Нет, я не хочу фотки с такими большими тарелками. Ну, давай я попробую хотя бы. Это Цезарь нам принесли с пармезаном. Тебе тоже Цезарь? Давай, ешь, зайка. Приятного аппетита. Каролине принесли уже спагетти, опять сосиски и котлетки. Здесь Каролина говорит, сосиски вкуснее, чем в основном ресторане. Аккуратней. Зато сыром посыпали вкусным. Вот аккуратней кушай. Что-то еще везут там на тележке. У меня равиоли. У Сержа там карбонара. Кстати, Цезарь ему попался без курицы. Я говорю, противным людям всегда что-то достается не такое. А это равиоли? А, нет, это не равиоли. Или это равиоли? А это еще что-то. Да, еще что-то было такое тоже интересное. Ешьте. Сигнал, ешьте. Принесли горячие уже. Это котлета... из мяса, еще чего-то там. Сержу тоже принесли. Они пошли прогуляться, в туалет сходить. Вот, сейчас будем есть. Что, ешьте, господа, господа. Такие классные фотографии сегодня получились. Прям вообще шикарные. Прям последний день. До этого я решила, что будем делать поменьше фотографий, а больше кайфовать. А в последний день мы прям... сделали хорошую фотосъемку, а, зайка? Особенно с тобой, с таким носиком потертым. Потом мы, оказывается, обнаружили, что на прищепке были такие, знаете, ну, как бы занозы небольшие, которые Серж потом сточил, они-то и царапали носик. Но даже и без этого она очень долго купалась, и поэтому у нее даже без этих заноз обтерся бы нос в любом случае. А? Какая ты черная. Чем больше садится солнце, тем вода зеленее и зеленее. Около моря такой приятный ветер. Так хорошо здесь, да? Влажновато теплый ветер. Я, кстати, себе заказала томатный сок. И скоро нам уже десерты подадут. Над Каролиной сейчас официант подшутил. Говорит, мороженого нету. Говорит, закрывай глаза, говорит, загадывай желание. И оно появится. Появилось же? Или ты не веришь? Был еще тирамису и чизкейк. Я взяла чизкейк, и Серж тоже взял чизкейк. А почему ты не взял тирамису? А я хотела попробовать тирамису тоже. В общем, у меня тоже чизкейк. И здесь чуть-чуть мороженого. Ну что, вкусный чизкейк? Что ты мне можешь сказать? Так у тебя мороженое, а не чизкейк, зайка. Скажи, вкусное мороженое? Ну, у них здесь вкусное мороженое. Ништяковский, да? Объедение. Объедение? А давайте подуем сильнее. На представление, поэтому хорошо. Мы пришли сюда. А знаете, а я думала, мы пойдем спать. Никогда не умелась. Нет, король. Вы видите, знаете, кто? Как это? Смотри, какая черная. И ты тоже. У меня не есть. Собака. Thank you.
закончилась, и у меня как раз села батарейка. Прям как раз хватило. Заяц, пойдем. Это не наш номер, пойдем вперед. Мама, почему они резко начали стучаться? Не знаю. Каролине сейчас сделали комплимент, сказали, ты так красиво танцевала. А Каролина засмущалась. Серж отдыхает уже, потому что ему нужно будет пораньше встать, запаковать вещи. А мы с Каролиной до последнего гуляли. Сейчас уже половина одиннадцатого, один мультик, и нужно будет ложиться спать, потому что у нас утренний рейс, и проснуться нужно будет где-то часа в 4 утра. Ребята, офигеть. Посмотрите, где озеро. Да, очень красиво. Ребята, прикиньте, некоторые прошли сюда без... Вентилятора? Да, и эти очень многие потеют жарой. И вообще падают в обморок от жары. Ребята, если у вас нет вентилятора, укрывайтесь от жары как можно больше, а иначе вы получите шок. Многие люди здесь все пришли без вентилятора, только у тебя вентилятор. Да, сейчас в лифте мужчина говорит, что помогает? Я говорю, да. Он говорит, это классная штука. Да? Да. Я пошла еще раз сходила в душ, чтобы покрепче поспать. И я надеюсь, что у меня получится уснуть, но я не знаю, там за полчаса. Сейчас время почти 11, нам вставать где-то в 4 часа. Ну, это мы хотим встать пораньше, чтобы собрать вещи и так далее. А так, трансфер у нас там в 5 утра получается. И сегодня с утра уже Серж все вот эти наши баллоны все спустил, уже все основные вещи собрал. Но есть вещи, которые до сих пор там, допустим, сохнут. Их нужно будет завтра уложить в чемоданы. И у нас, в принципе, все хватает. У меня спрашивали, зачем мы взяли полупустые чемоданы, когда можно было бы все запихнуть в один большой чемодан, либо же в два небольших чемодана. На случай покупок как раз-таки. И, получается, мы пошопились и прям в норму влезаем. Вот это отлично. А то пришлось бы заказывать доставку вещей. Вот, если бы у нас не было бы лишнего места в чемоданах. Так что это отлично. На самом деле нет никакой грусти, знаете, я думала, что вот, типа, будет вечером печально и так далее. Нет, уже хочется поскорее приехать домой и там поспать в своей кровати. Я не знаю, почему-то вот у меня такое чувство, у Сержа, собственно, тоже. Но Каролина, она хочет остаться, но при этом она понимает, что домой возвращаться нужно. И, то есть, адекватно она все реагирует, а я думала, что наоборот, она будет очень сильно расстроена. Но нет, видимо, она тоже все-таки выдохлась, немножко устала от отдыха. Вот, поэтому я сейчас буду заканчивать этот влог. Обязательно ставьте пальчик вверх, если он вам понравился. Смотрите предыдущие влоги, если вы их пропустили. И увидимся с вами уже завтра во влоге из аэропорта Анталии, когда мы полетим домой. Всем удачи и всем пока!